Привет всем, привет всем. А это комбо-видео у нас посвящено двум вещам. Это прокачки, где мы будем тратить генетику, будем тратить шао, будем тратить чипы. И обновление, которое вышло 4 числа. Ну, обновление вышло двоякое, сразу говорю. Какие-то положительные элементы, какие-то отрицательные элементы. Но для меня, считаю, ну, что-то новое всегда вводимое. И забирание старого приводит к большим растратам. Сейчас вам объясню почему. Ну, во-первых, появился плазменный экран. Позволяет полностью поглощать урон от гранат. Неплохой модуль, появляется новая тактика, ребята, на жести. Соответственно, вы будете дольше жить. И он действует 2 хода. Это тоже большой плюс получается, но при активации тратит 1 ход. Дальше. Нерв, пришедший получается с плазменным экраном. Это гранатный нерв, который уменьшает... Соответственно, плазменную гранату с урона по боковым юнитам с 75 до 50. И самое обидное, что он убирает с протона 50% урона. Ну что я могу сказать? Ребятам, кто ходит на кошмарки, я вам завидую. Теперь вы будете тратить больше. В общем, будет, короче, не очень интересно. В общем, если кидать будут гранаты так же, как квадратами, как и кидали на жести, будет, получается, умирать, скорее всего, главный герой, а боковые будут оставаться. Придется тратить больше протонок. И плазменными гранатами вообще просто вы не убьете. Даже если вы их 25 там бросите, все вместе, все равно выживут. Ну, типа такого. Дальше. Были пересмотрены, ребята, у нас 2 наших музмеха. Это Созидатель и Титан. На Созиде у нас произошло улучшение, получается, модуляторов. И был улучшен эффект лечилки. Если будет интересно, заходите, ребята, почитайте. Все есть в группах. Дальше. И наш Титан превратился в демагера. Теперь он пробивает не только щит Титана, но и любой щит, независимо от того, какой он был. В общем, это появился у нас новый рух, только синенький. И новость для любителей вкидывать денежки, конечно, это наш мистер Зло приобрел студию, которую у нас, получается, сделали на 14 февраля. В общем, эксклюзивный дизайн. Ну, проходите, посмотрите, ребята, я посмотрел, неплохо. В общем, мистер Зло, как вы видите. Ну, а сейчас давай ко второй части видео, а то, короче, я не знаю, как относиться к обнове. То ли положительно, то ли отрицательно, то ли положительно. Ну, в общем, пока еще неизвестно. Всем привет, всем привет, всем привет. С вами канал Лига Music Wars. И сегодня мы будем наконец-то сливать всякую фигню. В общем, ребята, 29 числа, так, сейчас я чуть пониже опущу, вот так, чтобы было видно. Я поднимал статы, сливал все основные, все, ну, короче, я все сливал почти, и сказал все, что я наберу там за Новый год, что я наберу за там, ну, остальные праздники, надо будет потихоньку сливать, готовиться к майской акции и, соответственно, готовиться ко второй части, получается, накопления. Потому что после того, как ввели 30 уровень, прошло колоссальное сливание, то есть много народу перешло, и цена упала очень хорошо. Когда я начинал, там было по 23, сейчас по 11. Поэтому будем полностью потихонечку сливаться, посмотрим по цене, сколько будет. Ну, в общем, недолго, короче, рассусоливая, разговаривая. Давайте попрем, наверное. Давайте с генетиков. Так. Блин, смотри, цена даже еще не поднялась. Еще 11. Давай. Я какая лошинка. Так. Базовая 29. Базовая. Базовая 30. 10. 400. Okay.
вообще хорошо, сколько так. Ну, мне надо досливать. Так, здесь вообще 24, тогда 27. Ну, давай. Семисотник. Давно ловкость не качал, хочу чуть-чуть поднять, буквально. Все. 27 базовая. Так, и здесь 16, надо 20 тысяч не нагонять. Давай, давай, моя хорошая. Вот так, по штуке идет, что там? Отлично, 20 тысяч, и все, пошли на силу. Нет, цена нормальная, короче, все можно сливать еще. О, 4 собрать. Так, ну это я оставлю, короче, на всякий пожарный, на выполнение заданий. Так, ну и пошли здесь. Цена тоже меня очень порадовала. Поэтому. Так, 31, 34. И силу на остатки еще давайте сливаем. Все. Все прекрасно. Так. Где мой музмех? А, 197 тысяч. Так. И здесь, кстати, мне тут идейку подсказали такую классную, что надо, короче, сливать по 50, пока цена не поднимется, а потом будем ждать. Нифига себе. Ага, вот 105. Если сейчас цена еще поднимется, то можно заходить, ждать, заходить через день, и цена будет падать. Хоть бы все, хоть бы не выдимало. Давай. Ой, хорошо. Ой, какая прелесть. Отличненько. Еще и по цене 105 сошелся. Ох, как круто. Ну вот. Более-менее себя чувствуешь прекрасно. Что там статы? Статы, о, зашли, короче, за 200-ник. Ну и что, ребята, я дошел до средних стат почти, чуть-чуть не хватает. То есть до 250 надо догнать. А так все. Все слито, короче, все потрачено. Вообще прекраснейше. Прям суперски. Теперь похож на многих донатов по базовой характеристике. Просто у меня не хватает всяких бонусов и плюшек, чтобы ее поднимать еще выше. Ну а так уже адекватно. Теперь следующее, короче, у нас все веселье будет только, ну, ближе, наверное, к сентябрю, потому что сейчас на майскую акцию будем аккуратненько влаживаться, но надо на нее заходить хорошими статами. Ладно, ребята, всем спасибо, кто смотрел. Все основные мои улучшения вот у вас на экране, что было, что стало.
Ну, что могу сказать? Ну, просто круто. В общем, короче, весело. Ну, всем счастливо, всем счастливо, всем счастливо. До следующего видео. Реально.